герой сегодняшней встречи, игрок «Факела» Михаил Бирюков. Михаил, ну сегодня очередные дифирамбы вам забили голов уже больше дюжины. Сколько еще намерены забивать? Буду забивать, стараться в каждом матче, да. Это моя такая профессия, да, нападающий, как бы должен забивать голы. Будем стараться еще больше. Как в целом оцениваете игру «Факела» сегодняшней встречи? На четверочку, думаю, твердо, да. Могли, конечно, у нас после «Торпеды» уставший, да, мы. Ну ничего, мы справились. Пантелеевич настраивал нас. Выиграли, все. Сложно было собраться после встречи? Да, сложно, вот, честно. Эмоции, как бы эмоции, большинство вот эмоций, да, ушли вот на игру. Ну и что, мы справились, я считаю, мы выиграли на классе, вышли спокойно, обыграли. Ну, может быть, как раз после той непростой встречи нужна была вот такая вот втягивающая, как бы тренировочная, может быть? Ну, может быть, я не могу сказать. Может быть. В чем был силен сегодня соперник? Соперник, ну, это молодые ребята, да, они только начинают как бы футбол, да, свой профессиональный, они каждый хочет проявить себя на высоком уровне, и старались они нам, ну как бы я ничего такого не увидел, да, такого, чтобы они нам сверхзадачи какие-то поставили. Мы спокойно, я еще раз говорю, мы на классе спокойно вышли, выиграли.